Я обращаюсь к простым американцам, я обращаюсь к людям. Несколько месяцев назад правительство вашей страны под названием США открыто вмешалось во внутренние дела Украины. Вначале это выглядело как вполне безобидные советы, и часть наших граждан решили последовать этим советам. Они взяли в руки оружие, убили сотни людей, изгнали какого-никакого президента, захватили власть, и вот уже третий месяц не знают, что делать с этой властью. Работы у нас больше нет, зарплаты, пенсии нет. Реальной власти, которая должна защищать нас и наши семьи, тоже нет. Гражданская война идет на улицах и площадях всей Украины. И наш простой украинский народ близок к отчаянию. Безобидные советы превратились в американских чиновников, разгуливающих по коридорам украинской власти, и в американских солдат, присматривающих за инакомыслящими непослушного Юго-Востока. Я решил обратиться к вам, простые американцы. Я знаю, что большинство из вас – это добрые, отзывчивые и доверчивые люди, что вы любите покой и уют, мирную жизнь и стабильность. Я часто слышал от вас, что вы не одобряете действия ваших правительств на чужих территориях. Но это недовольство негромкое и осторожное, в отличие от внешней политики ваших правительств. По-человечески я понимаю вас. Вы боитесь выпустить из рук волшебную палочку, благодаря которой в вашу жизнь текут комфорт, богатство, стабильность и исключительность. Вы боитесь расстаться с тем, чего нет и никогда не будет ни у одного другого народа. Вы трепещете над вашим американским чудом по имени бесплатный доллар. Вы лучше меня знаете историю о том, как в темные времена Второй мировой войны доллар превратился в ярмо для всего мира и в чудо, в настоящее чудо для Америки. С тех пор, чтобы стать богаче, вам достаточно всего лишь напечатать еще одну партию ваших американских долларов, себестоимость которой фактически равняется стоимости бумаги с водяными знаками. Если бы вы предлагали другим народам не вашу американскую демократию, которая на разных языках, к сожалению, звучит по-разному, а вот этот самый бесплатный доллар, я уверен, вас бы и все ваши правительства носили на руках. Но это невозможно. Мы с вами хорошо понимаем, что доллар может быть бесплатным только для американцев. И точка. Все бы ничего, если бы не одно страшное условие продления существования бесплатного американского доллара. За него хотя бы один раз в несколько лет должен отдать жизнь один неамериканский народ. Если раньше достаточно было одной жертвы в 10-15 лет, то теперь это происходит каждые 2-3 года. Доллар стремительно стареет, и его поддержание нуждается уже в массированном жертвоприношении. Я обращаюсь к вам, простые американцы. Только вы можете остановить этот кошмар быстро и без крови. Пойдите и скажите вашему правительству, что вы не хотите достатка и комфорта ценой человеческих жизней. Сделайте то, что избавит вас от ненависти всего неамериканского человечества. Сделайте то, что вернет вам его любовь. Откажите вашему правительству в праве убивать другие народы. Пойдите и скажите им, что вы не хотите, чтобы гибли мы, украинцы. Потому что вы, простые американские люди, единственная сила, которую они по-настоящему боятся. Поднимите ваши задницы и сделайте это прямо сейчас. Ведь в глубине души вы понимаете, что это ведет не только к нашей погибели, а к всеобщей погибели. А мы не хотим умирать. Ни сами, ни вместе с вами.